Ко мне можно обращаться Олег без Михалыча и на «вы». Но если кто-то на «ты» захочет, это я на этого человека хочу посмотреть. Обратиться к Газманову на «ты» ни один журналист так и не рискнул. Хоть на пресс-конференции народный артист России и вел себя по-свойски. Пришел в обычных джинсах и водолазке, но не снимал темных очков. Сказал, что накануне хорошо посидел с Лещенко и Винокуром, и это большая удача. Газманов пожаловался, что с друзьями в последнее время он видится только в аэропортах, с семьей и вовсе по скайпу. Я каждое мгновение стараюсь как бы спрессовать для того, чтобы успеть что-то сделать. Это все время у меня со мной эти ноутбуки. Ноутбуки, айпады, там, значит, айфоны и прочее. У меня их больше, чем у Медведева. Газманов рассказывает забавные истории и много говорит о Самаре. Он тут жил и пенное пил. 4 года работал в самарской «Синей птице». С тех пор прошло почти 30 лет, но он не устает доказывать, есть еще порох в пороховницах. Бой у меня с самим собой, потому что я сегодняшний не похож на того парня, которому 30 лет назад, да, с таким хайром прыгал по сцене. После пресс-конференции артист отправляется в ЦСКА ВВС и больше часа выплясывает на сцене. Зал визжит от удовольствия и встает уже на первой песне. Как усидеть, если Газманов затягивает свои фирменные? Газманов выложит видео самарского концерта в Твиттер и пообещает вернуться вечно молодой и спеть те самые любимые песни.